Привет, Юшут. Я надеюсь, вы там не заскучали и все еще смотрите на экран без сонных мыслей. Надеюсь, что вы не голодаете и вас накормили печеньками и напоили чаем. Если нет, то я вам искренне сочувствую. Друзья, вдохновляйтесь, путешествуйте и ходите в походы. И ни в коем случае никогда не голодайте. Пока-пока.